Привет всем, с вами как всегда Веломода. Сегодня у нас на обзоре шифтер Shimano Diore. Это M610 левый, то есть это идет на передний переклюк. В чем же его особенность? Да в том, что, во-первых, это чисто черное исполнение, очень симпатичный, красивый. Серия уже идет под 10 рик, ну правда это левый, поэтому в общем-то здесь 10 рик, не 10 рик, это не так важно. Но тем не менее, этот идет шифтер конкретно под 2 и под 3 скорости. То есть он одновременно, видите переключатель, он может переключать и под 2, и под 3. То есть он универсальный. Это его отличительная особенность. Поэтому вот обращайте на это внимание обязательно. Из интересных особенностей это мгновенный сброс. То есть здесь есть система мгновенного сброса. Ну, как она работает, вы почувствуете, когда его именно установите на велосипед, уже все настроите и поймете это. Здесь вот настроечная такая регулировочная имеется штука, крутилка. То есть здесь настраивается оно именно на самом шифтере. Индикатор. Вот так вот все это выглядит очень красиво, крепится на руль именно вот таким вот болтом под шестигранник, четверочку. В комплекте также идет тросик, вот такой металлический тросик. Количество ограничено, поэтому не упустите свой шанс, обязательно успейте приобрести кому нужно. Отлично подходит как под дабл звезды, так и под трипл, то есть под любые комплекты. Всем спасибо, ставьте лайки, с вами была Веломода, ждите новые видео, до скорых встреч.